Сегодня в Мадриде манифестация этих меньшинств ЛГБТ. Видите, навешали там эти радужные. Ну, они требуют там равных прав. Вот, они тут все собрались. Eso sí, manifestación siempre hay unos colores que brillan con fuerza y nos recuerdan que estamos en la semana de la diversidad, una semana que este año con menos fiesta, pero también sirve para reivindicar. Madrid. Más del 70% del colectivo LGTBI vuelve a meterse en el armario en su trabajo, es decir, que ocultan su orientación o identidad sexual en el ámbito laboral. Процент, не запомнил сколько. В общем, прячутся в этом в шкафу, ну это так звучит в испанском языке, ну типа скрывают свою ориентацию из-за работы. Профессора, учительница математики, лесбиянка, и скрывается. И у нее есть подружка. Моя половинка это другая женщина. Значит, из четырех три скрывает свою сексуальную ориентацию. Вот они типа страдают очень. И сегодня у них день защиты своих прав. Ну, в общем, все, больше не буду снимать, нафиг. Ну, в общем, 86% вот скрывают свою настоящую ориентацию в Испании. Так что не думайте, что у нас тут парады какие-то ходят, все кругом, ничего такого. Здесь тоже так же люди скрывают это. Ну, потому что все равно... Por eso el 72% de las personas LGBT devuelve al armario cada día en su trabajo para evitar chistes o comentarios. Вот 72% на работе скрывают свою настоящую. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales ponen a disposición un programa para que las empresas se consoliden como espacios seguros para el colectivo. Хотят сделать программу на работе, чтобы sirva como cimiento para такие люди не подвергались. También esta tarde, el colectivo trans en Madrid para reclamar esa ley trans estatal. А вот он. Это где это они? Decenas de asociaciones exigen al gobierno que cumpla con su compromiso de sacar esta norma adelante. Aseguran que siguen siendo los más discriminados. Дискриминация, вспомнил. И que con esta ley pretenden собираются сделать закон против дискриминации нацменьшинств. Вот это мужик, смотрите. 8, смотрите, настоящая женщина, как заговорила, так мужик. Вот нужен им закон, чтобы их защищать. En Colombia investigan una posible negligencia médica que costó la vida a una mujer trans con VIH. А в общем, одна убили одну лесбиянку в Колумбии, вот эту, ну, это мальчик, он сделался женщиной, и вот своего убили. До сих пор не знают, что случилось на самом деле. Ой, убили девочку 4 лет, которая была изнасилована мужчиной в Колумбии. Ой, ужас какой.